На внеочередной сессии депутаты городского совета обсудили изменения в бюджете 2016 года. Ясно одно – денег не хватает. В планах города был целый ряд задач. Некоторые из них решить так и не удалось. В бюджетную роспись муниципального образования 3 июня были внесены изменения о проведении капитальных расходов по объектам муниципального образования на сумму 208 миллионов 52,9 тысяч рублей. На эти деньги собираются наладить водоснабжение северо-восточной части Симферополя. Кроме того, поставлены и другие задачи. Необходимо было на сегодняшней сессии принять те деньги, ту субвенцию, которую нам дает республика, а это те объекты, ну, про которые мы уже, собственно говоря, и проговаривали, это и Красная Горка, и Верхняя Украинка, это у нас и модульный детский садик, это центр реконструкции центра, то есть это вот те деньги, которые нам дают. Обещают, что в этом году все задуманное реализуется и воплотится в жизнь. Анастасия Калугина, Борис Давидяк, служба новостей, ИТВ.